В Химках провели региональное заседание общественного совета партии «Единая Россия». Депутаты федерального, областного и муниципальных уровней отчитались о работе проекта «Единая страна. Доступная среда». Его больше 5 лет реализуют по всей России. Программа направлена на создание комфортной среды для маломобильных групп населения. Мы видим, в Московской области именно системно подходит к решению проблем. Территория очень большая, и нельзя сказать, что везде вопросы доступной среды решены. Но главное, чтобы при каждом главе муниципального образования был ответственный человек, который видит картину в целом. В ходе заседания вручили благодарность руководителю муниципалитета Дмитрию Волошину за успешную реализацию программы в Химках. Сегодня городской округ – один из лидеров. Именно тут впервые появилась должность советника главы по вопросам инвалидов. Большая часть многоквартирных домов в Химках оборудованы пандусами. Общественные места регулярно проходят проверки на предмет доступности. Не забывают и про социальные объекты. В Химках 400 социально значимых объектов. И более 65% на сегодняшний день оборудованы по программе «Доступная среда». Когда мы строили главное здание театра «Наш дом», предусмотрели электрический подъемник, доступные санузлы, но самое главное – это вот перед вами место в зале для того, чтобы можно было заезжать на коляске. Сегодня в Химках проживает более 13 тысяч человек с инвалидностью.